скажите, почему машину на учет не поставили? А 10 дней там дается после купли-продажи. Ну, у вас же не тот договор. В фирме. То есть вы по незнанию, по сути? Конечно. Причем фирма около ГИБДД находится. То есть, ну, не просто так я распечатал там или что-то. Если бы я знал, я бы ее сразу же поставил. Потому что, ну, мне надо передвигаться на машине. Все. Сказали госзнаки создать, присвоили новые госзнаки. Вот вам новые госзнаки присвоили, вы должны были эти номера утилизировать и получить новые. Если вам не выдали в окне, значит, надо было посмотреть в документах и пойти сделать. Потому что... Что хорошо, что делать? Я вам объясню, сейчас вы номера. Вы номера эти можете снимать уже?
Мы покупали у чувака в Кинди-Сейбе, оформляли на жену, получилось, что там, развод, не развод, и ну, договор сначала ее делали, потом как бы развод, я один брал за машину, а она на меня не покупала. Ну, помимо договора купли-продажи, мы еще и ехать в РЭО и производить инвестиционные действия. Я понимаю, я просто сейчас, я знаю, что мне ее не поставить ключи, потому что я пара. Ну, надо исправить техническое состояние. Техническое состояние вот... Водитель купил машинку, вот, по договору купли-продажи, ну, ее в течение 10 дней зарегистрировал. Соответственно, через 10 дней в РЭО они ставят знаки и с регистрации на данную машину в розыск. Поэтому они сейчас числятся в розыск, и мы должны быть готовы на взятие денег. В принципе, на этом и все. Благодарю вас.